Пикник у Вечного огня. В сеть попало видео, запечатлевшее, как несколько человек жарили сосиски в парке Победы прямо на пламени огня. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По версии следствия, в ночь со среды на четверг 23-летний чебоксарец совместно со своими знакомыми поднялся на монумент памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и устроил там посиделки, используя Вечный огонь в качестве костра для приготовления еды. Все происходящее молодой человек снял на мобильный телефон и выложил на своей странице в соцсети. Сотрудники МВД быстро установили личность злоумышленника. Им оказался местный блогер и тату-мастер, который ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. Вандала задержали. Как сообщают в Следственном комитете, сейчас выясняются все детали произошедшего. Допрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц».